Это да, это для съемки пилота. Она не выходит, да, я так понимаю. Мне кажется, ты самый популярный этот блогер, да. Ты представляешь, сколько. Да. На каком количестве этих? Семейных альбомов он. Да. Семейных, любовных, всех. Пожалуйста, подай. Видишь, слева внизу у тебя белая кнопка на экране. Это фотоаппарат. Ты можешь прямо в процессе съемки на него нажимать, он будет делать фотки. Немножко так это. Как сказать? Ну не то, что сыграть. Дима нашел себе пару. Она, и ты скажи им, что не надо слышать, потому что это может час заняться, серьезно. Я еще не говорю, отошу, сейчас я с Кириллом поднимаю. Ну просто на горы с ней так примерно поднималась. Полчаса уговоров и 10 минут подъема. Уже самое полчаса уговоров и 10 минут подъема. Просто она будет говорить, что оставьте меня там и так далее. Это мексиканское кокетство. Она мексиканка? Да, она наполовину. Но она кокетка скорее. Да, скорее кокетка. Это важнее. Это важнее, чем это. Клаудия, let's go. Let's do it, Клаудия. You are late to your flight. I'm serious. I mean the flight in Tbilisi. Let's go. Okay, sorry. Хорошо, мы ждем ветра. Подождите. It's time to your flight to Milan. No, it's not. But we should drive for 2 hours. Yeah, that's why I ask you, just hurry up. Готовы? Я готов. Надо быстро бежать, да? Сел, пожалуйста. Я тебе пришлю, если вдруг... Ну, я понял. У тебя ребенок родился? Поздравляю. Страшновато немножко, сейчас скажу. Вау. А что это за здание вот это? Слева панорама. Thank you.
грузинка, что ли? Я в желтых водах долго жил. Да? Серьезно? А, здорово. Лошади. Слушай, это большое счастье, конечно. Еще и ребенок. Том Хэнкс, это Том Хэнкс, американский актер, он играет в очень клевом фильме. Зеленая миля. Лермонтов, который...
какие-то ребята нас хотели от вас отводить куда-то туда, сказали вам. Да?